предыдущем видео мы вам рассказывали про упаковку. Всем добрый день. Сейчас про доставку. То есть вот так вот они у нас в машине пакуются, делают видео, фотоотчет. Какой примерно габарит занимает по площади, по объему теплица отправляется. Все это клиенту. Например, вот здесь мы сегодня отправляем капелька 4х8, каркас, перегородка. Видите, какой объем большой. И павильон 3х6, тоже с перегородкой. Вот даже огромный такой объем. То есть минимум надо газель. Любую, да, Леня, газель, по идее. Даже любая бортовая газель войдет, ну, по диагонали. Потому что без поликарбоната. Сейчас она едет газель, значит, в транспортную компанию. Там тоже делается отчет, видео и фото. Сколько мест, в каком качестве, в каком виде мы отправляем. Чтобы все было видно. То есть вот такая вот упаковка, как в предыдущем видео вам рассказывал. Пленка, стрейч, потом картон, потом пупырка и еще стрейчем, скотчем замачивать, закручивать. Коробки еще стрейч и скотчем заматывается. Вот так вот. Если, как я и говорил вам, отправлять всю эту жесткую упаковку, обратите внимание, какой объемные торцы, например, как упаковать жесткую упаковку в ящике, никак. И второе, это будет очень и очень дорого тогда, раза в 2-3 дороже, чем отправлять, грубо говоря, не в жесткой упаковке. Если что-то там не доезжает, бывает и такое, то мы оперативно детали, которые там погнули, бывает, там или деформировали, отправляем за свой счет. То есть саму конструкцию, но за доставку, например, платим. А так, если где-то продрали они там трекером или еще что-нибудь для металла, то для этого в коробках лежит баллончик с краской для подкрашивания повреждения лакокрасочного покрытия. Ну вот, вроде бы все. Смотрите нас, подписывайтесь, ставьте лайки. Палец вверх. Всем пока. Компания Кит Екатеринбург, Московская область. Едет у нас теплица капля. Считаем, 14 мест должно быть. 1, 2, 3, 4, 5. Торцы, арки. Прогоны 6, 7, 8, 9. Доборка 10. Двери 11, 12, 13. Коробка 14. 14 мест едет у нас в Московскую область. Поехал у нас павильон в Кемерово. 14 мест считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Арки с торцами. Дверь 8. Доборка 9. Прогоны 10, 11. Форточки Фрамуги 12. Еще дверь 13, коробка 14, 14 мест, поехала в Кемерово.